В Индии открылся завод по производству в стране автоматов Калашникова. Он расположен в районе города Корва. Совместно российско-индийское предприятие получило название Indo Russian Rifles Private Limited. На заводе будут производить модель АК-203. Согласовано производство 750 тысяч автоматов, причем в основном из индийских комплектующих. О намерении индийских властей отказаться от винтовок INSAS собственного производства в пользу российских автоматов стало известно весной 2018 года. Что же такое АК-203? Сразу отмечу, что АК-203 идет под калибр патрона 7,62x39. Это классический АКМ-шный патрон. То есть это новая 200-я серия АК-200, 201, 202, 203, 204, 205. Придумана она была в 2008 году. Но работы были приостановлены. В 2015 году работы возобновлены в рамках программы «Обвес». И в 2017 году данные автоматы вышли в свет. То есть это ничем не отличающиеся по конструкции автоматы от серии АК-100. Конкретно этот обычный АК-103 просто в тактическом обвесе с планкой Пикатинни, на крышке ствольной коробки и измененным пламегасителем, имеющим футуристическую внешность. Для дилетантов АК-103 это усовершенствованный деревянный АКМ в пластиковом обвесе и складывающимся прикладом. Конечно, приятно, что наши автоматы по достоинству оценены. Путин считает, что это сблизит наши страны. Вот такие вот новости. С вами был Денис Давыдов. Пока.